А вы с боевиками общались по рации во время операции в Грозном? Вы знаете, один раз. Предложил им сдаться. Но они мне сказали, говорят, ты, наверное, новенький. Я говорю, да. Я говорю, новенький. Недавно сюда прибыл. Ну тогда, говорит, и понятно. Это ты, говорит, сдавайся. Потому что живой отсюда не выйдет. Сдаться — это вопрос категорически неприемлемый. Потому что я чеченец, чеченцы не сдаются. В 1859 году последняя цитадель Шамиля, крепость Гуниб, был окружен тройным кольцом царских войск. Вследствие чего Шамиль сдался в плен после 25-летней борьбы. Не смирившись с этим, мюрит Шамиля, чеченец Байсангур Биноевский, сотни смельчаков прорвался через Три кольца и еще в течение года воевал с угнетателями. Нависла туча над Гунибом, нависла смерть и тень, имам. Мы вырвемся отсюда, либо умрем, как подобает нам. Наш дух, не уступавший силе, привык бою свободу брать. И жить враги нас не учили, и не научат воевать. Тропа судьбы для нас все уже уходит ночью света дня. Мириды, слышите, потуже, коню привяжите меня. Позорной смерти трус достоин, ему не видит райских врат. Пока скакун мы жив, я воин, Шамиль, веди на газоват. Для нас маршу еще не сшиты, пробьемся сквозь гаура в тьму. Еще полтысяча джигитов послушны слову твоему. К земле опущен взгляд, и мама, он что-то молчалив и хмур. Сегодня светлый меч ислама ножны вложил я, Байсангур. Что ты сказал, а ну-ка снова, коль не ошибся, повтори. Шамиль в ответ ему ни слова, а наиб слышишь, говори. Лицо имама посерело, вершишь ты надо мною суд. Ведь сам ты знаешь, наше дело 500 миридов не спасут. Я просто нужным не считаю, и эти души жечь в огне. Сирот уже и так хватает и в Дагестане, и в Чечне. На то, наверное, Божья воля, не спорь со мною, это рок. Чеченец зубы сжал до боли, ну как ты это сделать мог? Нет, я тебя не понимаю. Мы 25 нелегких лет шли за тобой, не нарушая суровой верности обет. И вот нелепо так без боя, сегодня в самый трудный час, готовых умереть с тобою, имам, ты покидаешь нас. Шамиль, опомнись, это слабость, готовых смерти мы вели.
Тебя взывает кровь асхабов, что в эту землю полегли. Куда ты, что все это значит? Имаму в плен дороги нет. Шамиль, остановись, иначе при мне кремневый пистолет. Клянусь Адамом, что из глины был сотворен, остановись. Чеченцы не стреляют в спину, Шамиль, хотя бы оглянись. Ответь, имама, надо мною, судьбой знамения я устал. Тебе, чеченец, из биноя прощаю все, что ты сказал. За то, что ты сквозь смерть и вьюгу прошел со мною пламя лет. За верность и за то, что друга надежнее не было и нет. Дымит верхушка минарета, пылает солнце с высоты. Имам, не струсил ты, а это точнее знают Аллах и ты. Наиб широкими ремнями привязан намертво к коню. Мириды сам Всевышний с нами, теперь уходим мы в Чечню. И жить и умирать нам с нею, за мною волки на врага. Кто честью дорожит своею, но жизнь кому недорога. Нас ждут внизу штыки геуров, и вот кинжалы обнажив, как барс и сотня пайсангура рванулась молча на прорыв. Последней яростной атаке, как искупление волна, нет ничего страшней отваги, когда она обречена. Их газоват Всевышний примет, у них другого нет пути. Удастся вырваться живыми из сотни только 30. По склонам гор перед восходом плывут багрово облака. Ну что же, плата за свободу была от века высока. Ну что же, плата за свободу была от века высока.